К событиям в мире. Без малого 30 человек погибли при крушении парома у берегов Индонезии. Более 40 числятся пропавшими без вести. Судно опрокинулось неподалеку от провинции Южной Сулавеси. На борту находилось около 140 пассажиров. На месте происшествия организована масштабная поисково-спасательная операция. Что стало причиной катастрофы, пока не установлено. Специалисты обнаружили сечь.